Я думаю, мы выполнили полностью установку тренера и нарабатывали свои игровые какие-то детали. Вот, и все, что нас просили, думаю, получалось сегодня. Соперник, наверное, позволял нам. Сегодня была больше такая тренировка для нас, для нашей команды. Тебя многие болельщики выделяли, ты успевал везде, атаки начинал. Вообще показалось, что у тебя глаза горящие. Вообще чувствуется, что вот новый сезон – это такая новая маленькая жизнь? Ну, я думаю, конечно, и соскучились уже по чемпионату, и хочу, чтобы быстрее он начался. Вот. И причем еще смотрим игры чемпионата Европы сейчас, и, наверное, это больше мотивирует, и что ты берешь оттуда, делаешь выводы, и хочется быстрее начать сезон. Много молодых сейчас делегировано в команду и в тренировочном процессе, и в матче. Можешь ли кого-то выделить и со своей стороны так по-хорошему критикуешь их? Нет, ребята молодцы, быстро вливаются, понимают, что нужно делать, понимают требования какие здесь, перестраиваются и слышат подсказки, они и хорошо тренируются, и в принципе сегодня кто выходил из ребят, хорошо себя проявляет. Я думаю, у них большое будущее у всех.